В Люберцах прошла федеральная акция по сбору макулатуры. В Центральном парке округа собрались студенты вузов, школьники, волонтеры, представители общественной палаты и предприниматели. В экологической акции принял участие и Александр Колганов. Не будет мусора, будет чище. Чтобы экология была чище и для того, чтобы... Она вообще используется для переработки. В день сбора макулатуры юные люберчане не только избавились от старых тетрадей, учебников, газет и журналов. Они сами попробовали переработать бумагу, поиграли в эко-игры и поучаствовали в мастер-классах. Одна из целей акции – привлечение внимания людей к осознанному потреблению природных ресурсов. Зеленое насаждение – это легкие нашего такого мегаполиса, это легкие такого человеческого общежития. И, конечно же, вопросы эти стоят достаточно остро. Мы очень часто поднимаем вопросы экологии. Поэтому один из вопросов – это переработка вторсырья. Федеральная кампания по сбору вторичного бумажного сырья проводится уже 5 лет. В этом году центральной площадкой акции в Подмосковье стал Центральный парк Люберецкого округа. Люберцы достаточно активно всегда участвуют в большинстве экологических акций Министерства экологии Московской области, поэтому тут вопроса и не возникло. В Люберцах также вот стартовала первая в Московской области пилотная акция по сбору органических остатков для компостирования. То есть данная акция проводится совместно с Министерством ЖКХ и нами. Отказаться от бумаги для сохранения окружающей среды призвали молодогвардейцы партии «Единая Россия». Активисты организовали мини-инсталляцию. Около каждого дерева была собрана стопка макулатуры весом 80 килограммов. Примерно столько бумаги нужно переработать, чтобы спасти одно дерево. Ребята сами привозили макулатуру, сами собирали. Привозили не только из Люберец, но и из Дзержинки, из Котельников. Складывали возле деревьев все это. И, соответственно, был наглядный пример. Вот, приходила молодежь, это смотрела все. Вот, и им теперь понятно, сколько стоит одно дерево взамен на работу с дачей макулатуры. За каждую 1000 килограммов макулатуры организаторы акции дарят муниципалитету одно дерево. В прошлом году люберцы были лидерами в таком экологическом соревновании. Округ получил 23 саженца рябины. Александр Колганов, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.